Тот, кто не знает, что за надписи украшают стены некоторых балаковских домов, и не обратит на них внимания, но для кого-то это не просто буквы. Балаковские студенты отправились в третий микрорайон, чтобы закрасить надписи на домах. Среди каракуль и непонятных загогулин скрываются адреса распространителей спайсов, которые для посвященных – ценная информация. С сегодняшнего дня в городе Балаково у нас стартует акция «Балаково – город без наркотиков». Цель этой акции – привлечь общественное внимание к надписям. Это электронные адреса, пользуясь которыми можно приобрести наркотические средства. Интернет вошел в нашу жизнь и занимает большое место в ней. И, к сожалению, что люди, занимающиеся незаконной торговлей наркотических средств, они используют интернет. Подобные акции организовывались в городе и раньше, но с тех пор, как обязанности по выявлению незаконного оборота наркотиков возложили на МУ МВД Балаковское, мероприятия по закрашиванию адресов наркодилеров не проводились. Сегодня мы охватываем третий микрорайон. В ходе предварительного мониторинга у нас выявлено 32 дома, на фасадах которых нанесены адреса. Закрашивать адреса распространителей наркотиков отправились студенты РАНХИКС и губернаторского техникума, где открыт класс службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Студенты уверены, благодаря таким мероприятиям станет меньше балаковцев, которые приобретут спайсы и другие наркотики. В дальнейшем будут разосланы письма с просьбой собственников жилья уничтожить подобные надписи на своих домах, либо это там остановочные павильоны, магазины и так далее и тому подобное. Скажу, что ранее такая практика ФСКН у нас практиковалась, отказов не было. В основном все собственники подходили к вопросу ответственно и уничтожали надписи. Ну и надеюсь, и в данный период времени тоже все пойдут нам навстречу.